Посмотрел я, в общем, только что клип ЛСП «Мамонтенок». Записал звук, но не включил камеру. Увы, увы. Ну ладно, давайте заценим трейлер «Ванда Вижн» сериал. Не знаю, буду ли пилить реакции на сериал. Если интересно, то ну пишите в комментариях. Давайте заценим трейлер. Marvel Studios. Очень заинтересовал меня этот сериал. Ванда и Вижн. Ну разве мы не прекрасная пара? Теперь это наш дом. Я не хочу быть белой вороной. О, это будет замечательно. Откуда вы? Сколько уже женаты? И почему у вас еще нет детей? Рассказать о нас? Моя жена хочет сказать, что мы приехали из... Приехали откуда? Когда поженились? Черт, побери! Артур, прекрати! 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 Marvel Studios представляет. Это реальность? Ну вот, реально же интересно как-то. Все что-то непонятно прям. Я мертва? Нет. Почему вы так подумали? Потому что ты мертв. Совершенно уникальное явление на телевидении. Мы и правда необычная пара, знаешь ли? Никогда в этом не сомневался. Ванда Вижн. Скоро. По-любому там какие-то очень странные дела, не знаю, чё кого, но это будет очень интересно. И если вам будет интересно смотреть на мою реакцию, то... Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. По трейлеру я вообще ничего не понял, как говорится, но очень интересно было. И я люблю всякую такую билиберду непонятную. Так что, я думаю, мне понравится сериал, очень-очень жду. Больше, чем Сокола там, и еще что там обещали-то, кого-то еще, я даже не помню. А, Локи. Ну, Локи тоже как-то особо что-то меня вроде не вкатило. Не знаю. А, не, Локи интересно, интересно будет про Локи посмотреть. Все. Жду трейлер, кстати. Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out.